Наталья, а ты готова в нашей спайдер-лаборатории? Мы продолжаем нашу рубрику «Жгем яйца девочки от киндера». Ну что ж, снимай свои перчатки. Здесь можно работать без них. Так, посмотрим, что же мы сегодня нам подарит киндер. Так. Киндер, киндер, что же тут? Опа. Ну-ка. Открыла, оп. И что-то выскочило. Что же это у нас? Это у нас принцесска. Вот такой маленький. Вот, да. А вот это что у нас? Маленький малыш. Да. Это написано. Что написано? Ну-ка посмотри. А вот тут у нас... Это русалочка. Такой красивая русалочка. Да, вот такая русалочка, посмотри. Это розовая? Да, и она может здесь быть установлена. Вот так можно ее поставить. Вот посмотрите. Такой хороший. Малышка такой маленький, малыш. И собрали котика. Вот он, котик. Это белый? Ну что, мила, вот киндер, наш киндер. И проведем сейчас мы эксперимент. Так. Ну что, котик, готова? Мы сегодня используем котика. Так, Мила. Ну что, вот так, да? Ну, и теперь нас посетил вот этот замечательный герой. Так, и... Котик не стоит? Но котик остается. И он стоит? Ну что же такое? Но стой, друг! Бум! Он уже начинает гореть. Ну что ж, котик, раз ты не хочешь так, по-хорошему. Пошел. Пожар. Немножко еще киндер подбросим. Смотри. Опа. А у тебя-то смотри, сколько много. Что ты плачешь? Кушай, да и все, и смотри. Наслаждайся шоу. Ну что ж, вот так, друзья. Котик горит. Сейчас мы зальем все это водичкой. Ну что, мила, давай посмотрим, что же приключилось с нашим котиком. Вот это котик. Вот котик и два котика. Ну-ка, вот так. Вот так, друзья. Снег идет. Да, это вокруг летает пластик. Ну что ж. Ребята, цените свои игрушки, не повторяйте этого дома. Кушайте киндер и смотрите наш канал.